Сегодня праздник, да, опять? Да. Доброе утро. Выползли на завтрак. Одна. Конечно, во всех этих номерах, так сказать, можно готовить самостоятельно. Но мы это не любим. Еще все утро еще посвящать готовенью. Вот, поэтому мы идем завтракать. Смотрите, ну, здесь куча этих столовых. Готовки, а не готовенью. Готовки, говорит Григорий. Очень много всяких столовых, и я думаю, тут не составит труда нам найти. Но нам понравилось вчера вечером, когда мы гуляли, как выглядела вообще еда. И визуально, и даже повара такие симпатичные в беленьких шляпочках. Столовая «Жемчужина», она здесь, кстати, сколько я себя помню, с детства моего находится эта «Жемчужина». Конечно, она сейчас выглядит гораздо более красивой, чем раньше. Но я думаю, мы туда и пойдем позавтракать, да? Покажем как раз, сколько стоит завтрак, стоит ли готовить, да. Ну вон, смотри, мы можем уже показать, сколько стоит что-либо. Вон менюшки лежат. Это вечером здесь той же кафе, но Одиссей. Начинается с рыбы. А, еще и 50 рублей за музыку. На это вечером. Гамбала. Каша, 150 рублей. Ох-ох-ох, яичница 200 рублей. 250. Борщик с оливками. 280. А, это солянка. 280. Борщ 180. Ну так, не дешево. Я, кстати, вот вспоминаю, опять-таки, Анапу в том году. Там было гораздо... Очень даже неплохо. Здесь тоже разные цены. Это, наверное, какой-то премиум вариант. А вон наша «Жемчужина», там мы посмотрим. Смотри, Тёма, кого у нас дядя? Енотика маленький. Ну, я не знаю. Обезьянки и енотик. Привет. Да. Говорит, уберите камеру. Сказал, убирайте камеру в свою. Вот еще такие. Чувак, красавчики. Здоров. Какой клен. Давай сфоткаемся. Потом. Не-не-не. Везде суют на ручки, конечно, этих зверят. Но тут, по крайней мере, не прячут сумку. Не говорят, что снимать за деньги. Как у нас в солнечном я острове. Я не знаю, сам ходят с попугаем. Просится с Тёмой спотаться, ну не знаю. Ну надоело. Давай уже придумаем тариф какой-то. Попугаи хотят спотаться с папой. 50 рублей. С мамой 150. Да, вот торнадо. Но я смотрю, там люди не особо завтракают. Или завтрак. Нет, ну, что лечь. Столовая. Что тут у нас? Каша 29 рублей, 28. Вот это уже похоже на правду. Что, сюда? Или дойдем до «Жемчужины»? Нет, просто посмотрим, что тут. Яичница 40, 18 рублей. Что это за цены, не знаю, но они гораздо более. Нормально, но обычные цены. Борщ и все такое на обед 52-65 рублей. Во-во-во, вот нормально, можно покушать, кстати. Все, готовить не надо. Поэтому здесь много народу. Выглядит, конечно, как-то не очень. Счастья нет в глазах этих людей. Счастья нет в глазах. Я понимаю, что если не из-за того, что они пришли в этот. Вчера было всем очень весело. А из-за того, что они приехали в Архипку этим летом. Да нехорошо здесь. Вот, кстати, вчера вечером шли, такое все красиво в огнях. Я говорю, это... В принципе, уровень. Говорить о том, что где-то прям что-то прям гораздо лучше. Вот в той же Турции мы гуляли, да? Когда самостоятельно в Турции. Ну, да, да. Ну и что? Ну то же самое, вид сбоку. Ну, там нам, конечно, что-то в диковинку, какие-то необычные деликатесы. Но и здесь вообще развлечения на любой вкус и цвет. Цены
кусаки. Наличие денег. Все в ваших руках. Вон жарят рыбку разную. Даже эти, как... Рыбки в аквариумах пятка, есть. Жрать. Эти рыбки все, как в Таиланде, есть. Вот она, жемчужина. Слушай, смотри, какая симпатичная хамбал. Здоровая. Ну ладно, сюда мы придем, может быть, на обед. Нет, оказывается, больше здесь столовой. А они переквалифицировались в такую более рыбомясную ресторан. Что тебе, мочка? Хочешь помочить ножки? Нет, я вот в этих рыбах не люблю мочить ножки. Они кусают. Дариночка, что такое, зайка? Что-то тебе все нравится, да? Да, да, мама. Короче, надо отстоять очень большую очередь. Пойдем еще куда-нибудь. В общем, нет. Сейчас. Нет, Гришечка, пойдемте. Это очередь, это только начало этого. Там еще она по всему залу такая. Пойдемте воспользуемся услугами более дорогого заведения. Завтрак пришлось купить в магазине. Мы взяли хлопья, молоко. Теперь проблема номер два – попасть на пляж. Людей очень много. Надо туда, на край идти. Там нормально. И вода там получше. Ну, посмотри туда. Там было получше, потому что был вечер, а уже все разошлись. Вот, допустим, смотри, вот там вот на ежике, там мало людей. Видишь? Ну, куда идем? Говори. По краям мало людей. Там, где еда сосредоточена, там люди. А проход к морю затруднен по причине того, что здесь платные шезлонги. На них никто не хочет быть. Нет, все они свободны практически. А зато вот у моря там лежанка. Ну, короче, как обычно здесь. Мы здесь как-то в 6 часов утра приходили на море, чтобы на него попасть. Так, мы взяли с собой нашу зонтик-палатку, потому что жарко, а рано утром мы выходить не умеем из дома. И, кстати... Говорят, что в этом году уже не продают такие в Декатлоне. Да? Конкретно такие нет, какие-то другие, я видел, но этих нет. Ребята, да. Знаете что? А хотите рассказать, какой мне сон приснился? Ну, расскажи. Мне приснился сон, как будто у нас в доме с двухэтажным завеет динозавру. Ну, он реально всю ночь дергался и стонал. Воевал с ними, что ли? Шоколад. Шоколад, значит шоколад. Логично. Я даже не смотрел на это. И такое сегодня ужасно загаженное каким-то мусором море вот прибивается, да. Ну, хотя бы этот мусор биологический. Биологический, но тем не менее. Есть трава какая-то, трава. В общем, принято решение, сейчас покупаемся, перебираемся в новое местечко сегодня. Я думаю, знаешь, что вот там, где катамараны плавают, я думаю, там очень даже ничего. Нет, ты даже дальше чуть-чуть вода, отплываешь. Видишь? Вчера мы приехали, кстати, было очень чисто, может быть, к вечеру оно очистится. Наверное. Ну вот на вот этом вот мусоре, как ты говоришь, биологическом, потом блохи прыгают, вот я они, знаю. Вот они, да, не, все время. Ой, их там полно. И потом это все очень печально. Все потом чешется. Да? Да. Поэтому лучше. По-моему, это только за вот этим мысом, куда мы приперлись. Вон, там все нормально. Давай перейдем. Дидя! Дидя! У меня уже болят кости от лежания на этих камнях. И по мне прыгает Дариночка. Дори, что делать? Что мы сейчас?
Сейчас мы еще покупаемся, здесь уже волны поднялись чуть-чуть, поплаваем, попрыгаем и поедем дальше. Куда дальше не знаем, сейчас выбираем пока. Ну, общее впечатление. Букинг. Букинг выбирает. Ну, я думаю, что это нецелесообразно вообще пользоваться букингом. Ну, здесь, да. В этом прекрасном краю. Потому что здесь такие только предложения какие-то. Ну, единичные, почему, скажем знаешь, так. Есть вообще и гостевые дома. И... Нет, есть, но их очень мало. Их очень мало, и потому они там скорее, я вот даже просматривала, остался один номер там или ни одного. Очень быстро бронируются. Вот, ну, общее впечатление об Архивке у тебя какое вообще сложилось? Хотела бы ты тут 10 дней провести? Нет. Нет, я не хотел бы провести 10 дней в Архипке. Меня видно? Меня видно там. Я, честно говоря, удовлетворена на 100% такими полторами днями. Неудобно, много людей. Как обычно, я не думала, что так много людей будет у нас прям в июне. Каменюки большие на пляже, болючие. Ну, море мне тут нравится, если честно. Мне нравится очень большая береговая линия. Именно здесь она редко, да, где-то вот такая вот прям большой. Ну, большой залив, да, получается. Большая бухта. Ну, цены тебе понравились, скажи мне? Цены вообще капец. Они были всегда капец. Цены в два раза. Ну, в магазинах, если так брать. Магазины, цены около пляжа очень дорогие. Мы знаем, что здесь есть Магнит, но он находится чуть-чуть крайне подальше. Далеко. Да не, недалеко. До него надо идти. Туда паломничество людей. К вечеру там вообще все выгребается вот, по опыту тех лет. Можно, конечно, заморочиться, задариться дешевле. Но чтобы приехать и расслабиться, это, я думаю, будет целесообразно только вот в этом Альбатросе All Inclusive. Где ты сидишь, купаешься, ешь и не паришься. Да. Но и это удовольствие стоит 9000 в сутки. На человека? Или за номер? За номер. Я ошиблась, когда тебе говорила. А если вон клюзев, они всех считают? Вот я не знаю, но нам сказали, когда я спрашивала, она сказала, на вас на всех. Это 9600, но этого номера уже нет. А, 9600 на всех. 9600 на нас на всех, да. Это завтраки, обеды, ужины, пользование бассейном. Можно смело поворачиваться, ехать в аэропорт Пашковский и лететь в Турцию. Конечно. Давай, мы же эту тему закрыли пока. Мы изучаем наше побережье. В аэропорт, конечно, поедем. Ну что, доча, как тебе вата? Кто тебе отдал ее? Скажи ей, побывать на Черноморском побережье, не съесть вату на пляж. Ну, она, по-моему, не сильно в восторге от этого. Ну, скажи, как же это? Здорово. Тёмыч, иди сюда. Я здесь понравилась? Расскажи, понравилось? Мне тут понравилось. Да, вы... Всё, я иду купаться. Тёме везде нравится, это человек такой. И тут нравится, и Таиланде нравится, везде нравится. Так, ну что? Давайте купаться, мы еще пообедаем, и тогда уже попрощаемся. Такой детский комплекс, прикольно. Там еще и занимаются с детками. Вот, по крайней мере, можно хотя бы где-то ребенка пристроить своего, да? Это детский комплекс. Ну, правда, сейчас очень жарко, чтобы на открытом солнышке плюхаться, а в принципе, хорошо. Обошли весь пляж, а столовую нормальную абсолютно нашли прямо около нашего номера, скажем так. Тут никого нет, очень хорошо. Даже на улице можно посидеть и очень бюджетненько так. Идем. Дарина, пойдем выбирать еду. Такие вот цены. Салатики 50-60 рублей. Окрошка 70. Пюре будешь? Где-то Дарина. И окрошечка. Оп.
рассчитаться везде можно с карты на карту. Переводом, где нет терминала, так что вот как обычно. Так понравилось тебе? Да. На самом деле вкусненько. Я взяла окрошку, папа суп какой-то, да? Я взяла напиток, знаешь что? Нет. Я взяла компот, лазу. Я взяла компот, много фруктов. Сколько вышло? 860 рублей. Угу. Да, согласен. Ну, короче, на человека где-то рублей 200. Ну, 300, я бы сказал. Ну, учитывая, что... А, ну вы как бы ну, пополам... Ну, у нас полноценно. Да, у вас с Дариной нет супа. А, нет, есть суп у тебя. Ну, где-то, да, 200-250 примерно. Ну, вкусненько, нормальненько. Я думаю, что лучше, чем там вот на пляже, где стояла очередь. Харчо взял. Я хорошо. С картошечкой. Ну, приятного аппетита. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Для тех, кому интересно, заодно пообедали в этой столовой и зашел на ресепшн, уточнить стоимость проживания. Сейчас двухместный номер, очень, кстати, цивильный, вполне себе, там ковролин, кровать, гораздо лучше того, что где мы жили. 1500. Двухместный номер. Отличный вариант. Ну, кому интересно, гостиница Семирамида. Адрес не скажу, смотрите в интернете. Ну, ты говоришь. Но через две недели, он сказал, здесь цены будут уже на эти номера 3500 и выше. Ну, то есть, как бы сейчас еще вроде как начало сезона, а потом уже будет. Ну, это тоже очень близко к морю, кстати. Это, в принципе, 500 метров от того места, где мы останавливались. Но лучше бы мы остановились здесь, было бы комфортно. Ну, почему-то не посмотрели сюда. Да, ну тут хорошо. Ну что, Архипа Осиповку мы покидаем. Да, покидаем, Дарина. Дарина сожалеет больше всех. Она уже спать хочет. Все, пока-пока. Едем дальше. Вы нам не забывайте ставить лайки там. Ребята. Лайков много. Знаете что, мы еще пока не платятся, мы еще едем там. Там будем снимать. Все будем снимать. Все снимем, да. Мы не видели. Никогда. Никогда не видели, но мы снимем и покажем вам. Да, плавно, мам. Пока. Мам, да. Ты во все плавни сказала.